Владимир Истомин побывал на третьем матче домашней серии «Авангарда». Наша команда сразилась с нижегородским «Торпедо». Скорость, темп, жесткие единоборства, броски и две хорошие атаки «Авангарда». Кирилл Семенов прорвался на пятачок, партнеры ринулись на добивание. Дмитрий Кугрышев атаковал из-за ворот. И ответ «Торпедо». Активный прессинг, быстрые комбинации. Нижегородская команда обновила состав. Стиль игры остался прежним. Новый коллектив создался. Поработали над ошибками, я думаю. Ну, сменили обмундирование. Думаю, это в будущем нам как бы будет плюсом. Взрыв на старте второго периода. Серия ярких атак. Семенов бросил в касание. Денис Эверберг активно действовал на пятачке. Финты форварда «Торпедо» Дениса Паршина и розыгрыш большинства. Мощный щелчок защитника «Авангарда» Александра Осипова. Новый сольный проход Паршина. Рикошет от защитника, вираж, гол. Напор «Авангарда». Бросок Кугрышева с разворота. Натиск звена Жукенов, Семенов, Файзулин. Наше четвертое звено молодое. Как бы взбодрило ситуацию на льду, так скажем. И более старшие коллеги поддержали. Хотелось бы агрессии побольше от первого звена, в частности от второго. Думаю, если они их поддержат, я думаю, по силам «Авангарду» переломить ход встречи. Штурм «Авангарда». Короткие смены, быстрые комбинации, броски. «Торпедо» выручал вратарь Станислав Галимов. Середина третьего периода. Ястребы наседали. Триумф наступления «Авангарда». Быстрая атака, мощный щелчок защитника Максима Березина. Шайба, пусть и с рикошетом от конька, влетела в ворота. «Авангард» сравнял счет. Я бросал. Там тренера говорят бросать. Какая-нибудь зайдет. Так получилось. Игра на победу. Эмоции, серия удалений. Наши ребята выстояли в меньшинстве. Овертайм. Главный тренер «Торпедо» Петр Искудра сделал ставку на своих лидеров Владимира Галузина и Дениса Паршина. А у нас хорошо действовали все сочетания. В решающий момент сработала связка Семенов-Файзулин. Центральный нападающий финтом ушел от Паршина и сделал голевой пас на Данила Файзулина. «Авангард» победил 2-1. У них сегодня шла игра. Они сегодня здорово играли. У нас четвертое звено сегодня достаточно много провело в зоне соперника, поэтому они и решили. Четвертый матч домашней серии. «Авангард» сыграет со «Спартаком». А затем наша команда проведет 5 игр на выезде. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, «Антенна-7».